Привет, какой сюрприз. Я так и знал, что ты не спишь. Можно? Сейчас я это уберу. Я знал, что если пойду домой, то все равно не смогу заснуть. Со мной тоже так бывает после некоторых дел. Еще бы. Саманта еще не спала, когда ты пришла домой. Она не очень понимает, что произошло. Она просто очень рада, что мамочка выиграла. Твое напряжение ослабло. Я не приношу его домой. Печенье? Спасибо. Не смотри на меня так. Как? Так. Джулия. Не начинай, Мейсон. Между нами возникла связь. Нет. Я не хочу ее потерять. Тебе лучше уйти. Я не хочу думать за тебя. Так не думай. Но ты почувствовала то же самое. Ничего подобного, Мейсон. Осторожнее. Ничего, ничего. Если ты не почувствовала этого, значит, это была игра воображения. Вот-вот. Джулия, я не могу с этим бороться, потому что я так безумно хочу. Иди домой. Хорошо. О, нет. Да. Да. Мейсон, я так давно мечтал об этом. Пожалуйста, уходи. Ты велишь мне уйти, потому что боишься. С моей точки зрения, это достойная причина. Но тебе совершенно нечего бояться. Я прекрасно тебя слышу. Я слышу все мысли, которые проносятся в твоем мозгу. Джулия, я хочу быть с тобой. Мы пытались быть вместе, но у нас ничего не получилось. У нас получится. Мы же учимся на своих ошибках. Я больше никогда не обижу тебя. Я ни на минуту не прекращал любить тебя. Джули, это я. Мейсон. Человек, который всегда любил тебя. Мы с тобой очень сложные люди, Мейсон, а ты пытаешься меня убедить, что все просто. Но все действительно просто. Ты все усложнила тем, что обдумывала это до бесконечности. Мы уже все испробовали. Ты думаешь, что мы будем жить счастливо и умрем в один день? Прости, но я в это не верю. Мы можем попытаться. В отличие от тебя, я не склонна идеализировать действительность. Величайшего циника ты обвиняешь в идеализме? У нас нет будущего. Перестань. С каких пор ты стала реалисткой? Куда делся твой романтизм? Да, мы оба состоим из противоречий, но мы созданы друг для друга. Нет, ты ошибаешься. All
Хорошо. Я не буду тебя уговаривать. А что ты сейчас чувствуешь? То, что я чувствую, для меня неприемлемо. Я сяду рядом с тобой. И обниму тебя так, как будто обнимаю Саманту. Или ядерную боеголовку. Но... Как тебе это? Тебе нравится? Да. Отлично. Я прошу тебя дышать вместе со мной. Глубокий вдох и медленный выдох. И постарайся при этом ни о чем не думать. Зачем мне это делать? Чтобы лучше понять саму себя. Это глупо. Может быть, но все-таки попробуй. Дыши вместе со мной. Ну что? Скажи мне, что говорит твое сердце? Ты. Только ты. Всегда ты. Джулия, пусти меня. Мне нужно поговорить с Мейсоном. Не смей открывать дверь этой буйно помешанной. Это моя сестра, и ей сейчас плохо. Я знаю, что Мейсон здесь. Я видела его машину. Только не говори мне, что ты с ним в постели.